Чистота, залог здоровья, порядок прежде всего. Особенно в жару пыль в городе доставляет дискомфорт. Именно поэтому, когда столбик термометра балансирует на уровне плюс 30 градусов, мойка тротуаров и дорог в Красногорске начинается в 6 утра. В Павшинской пойме МБУ КГС ведет влажную уборку всех главных бульваров. Принимаются и заявки от жителей. У нас существует группа в WhatsApp, где жители Павшинской поймы, которые подсказывают нам, там, где, допустим, подсыхает газон, мы немедленно туда выезжаем и поливаем этот газон. Там, где подсыхают деревья, и также мы выезжаем, поливаем эти деревья. Газоны, кустарники и деревья в такой зной поливать стараются как можно раньше, еще в 4 утра. В распоряжении КГС техника разного размера и функционала. От полива мощных машин до дорожных пылесосов. Каждый день на уборку выходят 30 сотрудников службы. Вообще все время трудятся тут люди. Вот я смотрю в окно, газоны вычищают, тут убирают, ящики мусорные выгребают. И вот трассу эту, на удивление, горячим паром, по-моему, обрабатывают вот эти места, где машины стоят, и поливают ежедневно. Работа КГС в большом микрорайоне Павшинской поймы не останавливается до 6 часов вечера. За более чем 12-часовой день службы техника практически не стоит на месте. Чтобы город был умыт, свободен от мусора и зелен.